Здравствуйте, 19-й тур, Мелбет первая лига продолжается, можно сказать, тур сейчас в самом разгаре. В данный момент мы приглашаем вас, друзья, в столицу Краснодарского края, на местной арене «Кубань». Одноименный футбольный клуб принимает гостей с Дальнего Востока нашей необъятной страны. Кубани Вадим Евсеев, прозвучал сигнал, стартовый свисток москвича Антона Фролова, и встреча началась. Желто-зеленые традиционные клубные цвета у краснодарцев. Сразу же болельщики, пришедшие поддержать Кубань, местный клуб, скандируют: нужен гол. Штрафной, первый стандарт, возможно, первый опасный момент. Подача! Вот этот момент действительно становится не просто опасным, он становится голевым. На 4-й минуте с помощью стандарта забивает Кубань. Удалось сильным ударом головой со второго этажа пробить голкипера и капитана хабаровской команды, прошить своим ударом Сугробова. Угловой, редкий случай, стандарт, тем более что корнер в исполнении клуба с Дальнего Востока. Армейцы атакуют, навес, борьба, удар достаточно опасный, но, по-моему, все-таки ситуацию контролировал Дмитрий Терновский. А пробил Томас Рукс. Навес. Мяч выбит. За кем подбор? Подбор за Бавином. Момент! Практически голевой. Весь вопрос, офсайд или не офсайд. Флаг ассистента не поднят. Упустил прекрасную возможность для того, чтобы счет сравнять, Саид Алиев. Из убойной позиции он наносил удар в касание. Пробил чуть выше. Ему великолепно ассистировал в этом эпизоде Юрий Бавин. Перехват. И хорошую передачу Симоняну на ход катит внешней стороной стопы Бавин. И вот такой вот момент. И что? Красная карточка. Ай-яй-яй-яй-яй. Какое сложное положение ставит свою команду вратарь. Бавин сыграл здорово, как пасующий. Хорошо открылся Симонян. И здесь он прокидывает мяч мимо голкипера. Затем уже контакт. Это фол мимо голкипера. Без поддержки и болельщиков, и края не остается эта команда, но надо добавлять футболистам. Надо набирать очки, а как их набирать, когда вот так все сложно складывается вообще в целом в сезоне. В игре против СКА команда играет в меньшинстве и сейчас могла получить гол в свои ворота. Штанга приходит на выручку Кубани. Затем Бавин переводит мяч в штрафную, скидка под Березкин. Осада ворот продолжается, удар по воротам, рядом со штангой пролетает мяч. Под Березкин оценивает ситуацию, мягкий наброс и бьет по воротам Андрей Никитин. И уже СКА быстро подбирается к штрафной соперника. Под Березкин. Скрытый пас налево. Прострельная передача, момент, и 1-1. Не дотерпели. Столько сил потрачено. Искренне мне жаль Кубань. Жилов не уследил и позволил прострелить. И мяч мимо ноги Токазова пролетает. Вот такой вот эпизод. Это бегун. А пас получился в результате идеальным. И в касание. Под Березкин. Попадает в голову защитника. И в этот миг звучит финальный свисток. В матче 19-го тура Кубань-Хабаровск. Зафиксирована ничья 1-1. Боевой матч, как мы с вами и предполагали, выдали соперники.